Александр Успенский, заключительный участник этой разминки номер один. Молодец, что попробовал. Сейчас посмотрит. Он не докрутил, мне кажется. Не докрутил ему из тройного. Вот, в падении вычитать из тройного. Три с половиной тоже с приземлением не очень было. Все-таки на одну ногу. Прыжочек в конце вставлен в оборот. Запрещается правилами. Короткая программа. Два 48. Ну, Виктор Николаевич доволен. Аплодирует. Если Виктор Николаевич доволен, то значит он что, хуже катался на тренировках, которые вели к подготовку. Может быть, просто поддерживает. Мне нравятся его способности, понимаете? Но я на протяжении нескольких лет не вижу вот такого его сумасшедшего прогресса. А там... Результат Александра Успенского. Технический результат. 31,92. 31,92 за элементы и 32,40 за компоненты. На удивление похожий результат с Владимиром Успенским. 63,32 у него. 63,32. На полбалла отстает от Владимира. Спортсмен занимает третье место. Предоставляется